Вся Москва, мне кажется, стоит. Очень много снега сегодня было. Пробки, короче, ужасные. Ехали в аэропорт Домодедово. Как назло, как говорится, субханалла. У нас сломалась машина. Зима, холод. Смотрите, все стоит. Сколько машин, не знаю, как мы сейчас доберемся. У нас машина, видимо, перегрелась. Брат нас хотел довести до аэропорта. Машина, короче, перегрелась. Тосол, короче, откуда-то течет. Пишет ошибка и говорит: выключайте двигатель. Сейчас нам надо как-то найти тосол, долить и хотя бы доехать до какой-нибудь заправки. Мне кажется, это будет очень сложно. Вот такие вот дела, братья, в Москве. Пробки. Если кому-то не срочно куда-то ехать, лучше не ехать, потому что по 2-3 часа можно остаться вот такой вот в ловушке, в МКАДе. И в ту сторону, и в эту сторону вообще машины, да, стоят по полной программе, братья. Сейчас, иншаллах, поедем в Домодедово. Если доедем, конечно, еще, субханаллах. 8 часов у нас начинается регистрация. Ассаляму алейкум, братья и сестры. Переходим в комментарии в телеграм-канал. И там находим самые дешевые телефоны в Москве, в Московской области. iPhone 15 Pro Max за 120 тысяч, 13 за 59. И также есть очень много выбора, ассортименту. На любой вкус и цвет вы найдете самые дешевые телефоны именно в этом телеграм-канале. Обязательно переходим. Алхамдулиллах раббиль аламин. Саляту вассаляму расулиллах. Ва аля алихи ва аля асхаби аджмаин. Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Уважаемые братья и сестры, мусульмане, строительство краевой соборной мечети города Перми по адресу бульвар Гагарина, 74А, продолжается. Пусть Аллах Таля примет все ваши пожертвования, кто помогает в строительстве мечети. Пусть баракат даст ваши дома, ваши семьи. Пусть Аллах Таля доволен вами будет за то, что вы помогаете. Это большое дело, когда мы строим мечеть. Это когда мы строим, как пророк Мухаммед, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал, что тот человек, который строит мечеть, участвует, он строит себе дом в раю. Пусть каждому из нас достанется то, к чему мы намеревались. И пусть Аллах Таля воздаст каждому по своим намерениям. Саляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Ну что, братья, альхамдулилля, сами слышали, да, имама хатиба этой мечети. Мечеть на самом деле большой, альхамдулилля. И площадь очень огромная. Вот делается, вот минареты обшиваются, они будут одеваться, то есть шапки минареты вот сюда, иншаллах. Так что, братья, кто хочет помочь на пути Аллаха, фи сабилилля, можете помогать. И также у нас будут вот такие маленькие хафизы тут учиться обязательно Корану. Здесь, наверное, будет еще обучение Корану, иншаллах. Так что, братья, ставим лайки. Всем ассаляму алейкум.